Я не знаю, сколько нас, но нас конца и края не видно. Спасибо всем огромное. Израиль заслужил нашу поддержку. Я хочу представить известного политолога, ведущего нашей радиостанции. Наверное, вы его тоже любите. Он в отпуске, но он не мог удержаться, чтобы не выйти с нами в эфир. Виктор Топалер. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень жалко, что меня нету с вами. Я благодарен вам за то, что вы пришли. Спасибо вам громадное, что вы здесь. Это самое важное, что можно и нужно сделать. Я израильтянин и я американец. Я абсолютно убежден в том, что тот, кто сегодня не поддерживает Израиль, он враг не только Израиля, но и враг Америки. Я абсолютно убежден в том, что то, что хорошо сегодня для Израиля, хорошо для Америки и наоборот. Поэтому все, кто сегодня выступает против Израиля, не только враги Израиля, не только пособники варварства, с которым сражается цивилизация, но и враги Соединенных Штатов Америки. То, что сегодня